Всем привет, с вами Нью и Зетсу, вы на канале Фрикаделька, а мы продолжаем играть в Культ оф зе Лэмп. Всем привет, что у нас тут? А, у нас только двое вернулось. У нас тут изменения. Валифор, мой поход пошел, говорит, удачи, мне нужно найти последователя. О, Валифор, красавчик. О, я сейчас слона какого-то нашел. Да в пизу этих слонов. Так, стой. Иди бакать. Стой, в тюрьму? А? Интересно. Ты чё? Так, баяна. Наконец-то я снова дома, и у меня хорошие вести. Ну вот видишь. Ну прям вас сегодня порадовали. А почему нет свободных тюрем? Нет, ну мало ли ты захочешь его в тюрьму отправить. У тебя же есть такая возможность. Отстань. Давай-ка ты пойдешь за костями прогуляешься. Ой, какая прелесть. Валифор уже отправил. Фредди, иди тоже за костями прогуляйся. Ты попадёшь. Больше костей, богу костей. Так, что у нас тут? Кухня открыта, но я поставить ее не могу. Здесь ничего не могу. Здесь все печально. Что у нас там? О, кстати, снижена стоимость ритуалов. Кстати, да. На 50%. Ого! Вот это берем. Просто берем, да, сразу же. Еще бы они быстрее загружались, еще было бы. А это что такое? Очищающее пламя. А это что? Улучшение сокращается. Еще и 50% разрыв сокращается между ритуалами. О, так это можно это постоянно то, вообще. Да-да-да. Все, тогда понятно. Тогда в следующем это и все. У нас ритуалы будут на постоянной основе вообще. Можно уже постоянно будет их это в диету сгонять. В тюрьмах у тебя народ. Ноти, ты что у нас? Одумался от своего он, кстати, похож, знаешь, на кого я сейчас поняла? Он похож на Гринча. Ну, кстати, похож, да, похож, похож. Вы, иди, гуляй. Так, Белиал, ты чё там, это, одумался? Как бы мы тут вас только взяли, а вы уже, это, начали буянить. Да не говори. Свои какие-то веры начали. О, Белиал решил согласиться на наши условия. Говорит, иди гуляй. Ей! Так, чё у нас там? Ноти избавляется, этот избавляется, все нормально, это все заберем. Здесь у нас все готово. Тут даже он все уже очищено. Так там у тебя этот стоит, тот, кто ждет. А, он тут замаливается. Так же. Он умеет молиться. Это миленько. Все? Надо, знаешь, что сделать? Надо так вот, во-первых, сделать. Угу. А во-вторых, надо все-таки, наверное, улучшать все до шатров, чтобы они не разваливались. А кухню ты поставил? Кухня. А на ее можно поставить вообще? Да. О, кухня. Давай. А, я думал, ее вместо той надо ставить. Нет, она как-то отдельно ставится. Ну ладно. Ладно, поставили кухню, хорошо. Допустим. Чулан. Круг демона. Могила с надгробием. Ферма 2, это все стоит. Стилище. Ну давай этих улучшать потихоньку. Как будто бы здесь не хватает места уже. Нормально. Ну нет, процветаем. Вообще тут уже все хорошо процветает, я бы сказал. Блин, а что ему какой-то там вид другой не сделали? Кого? Ну мы же типа уже божество, почему как-то вот... Сейчас посмотрим, как кухня работает. А о, нет, не будем ждать. Это очень долго. Ну, походу, да. Но если кто-нибудь манго поможет, это будет быстрее. Так, пойдем в земноводье, что ли? Вот это ведь оно? Да, потому что у нас есть задание. Да, там есть задание. А ты что, чему чувак скажешь, кстати? А что ты в него вмазался? Пиздой отсюда, говорит. Юное божество, ты считаешь, что достоин войти в мои владения? Какого хуя, блядь, ты так решил? Понятно, ладно, с тобой все понятно. А читать что такое? Здесь была пролита кровь бога, здесь смерть не пожелала ждать далее. Ладно, хорошо. Ну, ладно, пойдем в земноводье, черт с ним. Подняли они цену все. У нас там задание есть. Конечно, хорошим надо пойти желательно в первую, которая открыта была, но мы уже сюда принесли последователя. Ну да, ну есть задание, ну надо же. Но, видимо, опять будет все еще жестче. Что-то как-то все изменилось, мне кажется. Не, мы давно здесь не были. Не, ну, я точно помню, что... Да нет. Ого. Не понял. Гнусное создание, как ты смеешь принять меня? Если мне нужно страдать, суждено страдать, то будешь страдать и ты.
смысле? Справедливо, однако. Это... Опа! Это что такое? А чё, а чё? Это что, лягушечка решила напугать маленькой? Не, лягушечки маленькие меня не напугают. Опа, восстанавливается обратно, видал? А, они обратно стали, это, статуи. Кто-то держать стал эти статуи обратно. Опять сила у статуи появилась. Ой-ой, нифига себе, слушай. Нет, лягушечками ты меня не напугаешь, а вот гигантским количеством лягушечек. Ха. Ого! Они все больше становятся. Да, локация все меньше, кажется. Все? Успокоился, Хикат? Успокоился. То, видимо, да, энергия кончилась. Окей. И энергия жаб. Так, 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 так. Ух. Какие-то тут ракушечки. Пошли вон. Так, что-то тут все падает. Ну, что-то да, есть такое. А, там эти были. Метки. О, правая рука Вайнаки. Это наш знакомый старый. А, это тут лапонька, да? Попозже чуть-чуть. Скажи мне, Агнец, веришь ли ты, веришь? Сердце восстанавливается, можете не получить урона. Либо само восстанавливаешь свое усердие, либо можно не получить урона в какой-то момент. Слушай. Давай усердие. Мне кажется, пополезней. Не, не будем. Денег у нас маловато. Копи, собирай, у тебя так-то это есть. Паства твоя. Они откуда-то деньги берут, если не заметил. Но они работают. А кто им платит-то? Так кто меня кусает? Да хрен его знает, кто ты меня прямо обкусал всего. Ну, ну. Yeah. Супер. Ай, я забыл про земноводье и их бескон... Или подожди, вот эти мышки должны быть, по-моему... Это что такое? В смысле, все окей, все там, где должны быть. Это ты, что ли? Мух мне маленьких присылаешь. Вообще какая-то агрессивная. Пошел один день, и никто не пал в тюрьму. Отлично. А, ладно. Это типа хорошо? Замечательно, видишь. Окей. Так, сразу вот этого высекаем отсюда. Я немножко нить сюжета потеряла, если честно. В смысле? Ну, вышел какое-то белое божество, сказала, какого хера? Раз ты божество, типа, докажи, что ты сама смерть. Заставь этих, ты их как-то не убил, говорит, этих-то... епископов. Ага. Ты упокой их до конца, как полагается, божеству твоего уровня, красной короны обладательница. Ну, это я поняла. Мы вот ради чего перед ним распинаемся и что-то доказываем? Ну, типа, он, видишь, очень силен, он саму ткань мироздания нарушил. Типа, мы нарушили ткань мироздания, потому что не сделали это как надо. А как надо было? Упокоить до конца. А мы, так получается... Так нас никто не учил, сказали бы, как надо. Стоп-тык. Стоп-катык. Стоп-катык. Возьмем. Нормально. Выглядит неплохо. Ну да, согласна. Ух. Так. Деньги смерть. А, слушай, а слева последуйте, причем с каким-то значком. Да, что кстати. Значит значок? А, это, наверное, задание вот это. Да! Ну, начнем туда. Зайдем. Нет, ритуал сейчас отнимут все. А, господи. Скорость вражеских снарядов уже. Не отняли, они просто... О, они сделали хуже, они увеличили скорость снарядов. Сука, да? Все, хана. Вот пидорас. Тут надо помощника, наверное. О, великий Хикат, прими нашу жертву. Пошли нам богатый урожай, избавь нас от голода. Избавь нас от голода. Блять. Ну, Хикат может избавить от голода. Она же голод. О, здорово. По-моему, она голод, если я не ошибаюсь. Да. Пол-пол-папа. Ты чё там, с мышкой не можешь разобраться, что ли? А чё? Чё-то он как-то там машется, знаешь, еле-еле, душа в теле. Блин, каши мало ел, вот кинжал, это вся история. Кинжал это самый-самый-самый, наверное, поганый. Всё, я... Определился с кинжалом. Кинжал самый поганый. Он слишком близко работает. Меня на таком расстоянии калечат, я даже не понимаю, когда. Ха. Ну, он очень близкий. Ну, еще один шрамированный. О-о-о. О-о-о.
Мы спасли Маджуо. А, это драник. Так, смотри, они даже сделали того же... Бараджа. Да, прикольно. О, в смысле? Я не пришел к боссу еще. Вы че? Это наебало, а ты прикольно сильная. Я еще к боссу даже не пожаловал. Вы мне решили еще одного подкинуть. Зипар. Ой, что-то... Бедный. Все. Хана ему. Блин, он такой миленький был. Минус еще один. Ну, допустим. Ну, допустим. Это что допустим? Это босс на босса просто. А, там был бы знак вопроса просто. Понятно. А там, видимо, вообще может любая хуйня убить. А тут есть эти? Есть. Устанавливается. Она также три раза сейчас опять будет проходить к ним? Опять убивать этих последователей? Слушай, я не знаю. Очень сложно сказать. Я что-то как-то не помню, чтоб я видела подобный вариант, когда ты играешь, и уже вроде ты все прошел, игра тебе предлагает играть в то же самое снова. И это именно как продолжение сюжета. Дайте мне, пожалуйста. Не на ачивке. Хуй тебе. Хочешь? Ты его заказывал. Это неуязвимость. Игра угадала, скажи мне. Ну, с магией, да? Магию я именно эту и хотел. Да, 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 да. Вот так вот. Главное, нет, на самом деле. Нет, на самом деле эта магия очень классная. Она мне даст пожить еще какое-то время. Допустим. Допустим, мы тебе поверили. Вниз тебе. Какое-то маленькое время даст пожить. Мне хоть еще сердечко дадут, кстати. Хуй! Нет, мне дали. А, дали? Вы не получаете. А, в этом-то смысле, вы не получаете урона от яда. Вы находите реликвию с большей вероятностью. Ну давай, урон от яда не получаем. 55 по отношению. Видишь, мне черная дали же. Ну, допустим. То есть у меня уже до полтора сердечка. А вот так просто делаешь, и все, и тебе плевать на камни, плевать на жаб. И в принципе пофиг вообще, что ты уже вплотную дерешься. У тебя сердечко выпало. Сейчас выберу. Вот и все. Так что в целом. Еще сердечко внизу! Вон слева. Еще! Ой, еще одно. Сердечек-то надавали, ёперный театр. Где-то. Может, еще повыкосить где-то, еще сердечко выпало. Да нет, оно походу с кого-то выпало. Что-то не, оно как-то в разных местах повыпадало. Так, там, а конец. Это кто? Что за макаронный монстр? Это не макаронный монстр. Это мумия. Тебе так не показалось? Она, правда, не в мумическом, в каком-то более оригинальном костюме, но тем не менее, это мумия. Ну, хорошо, выкосил. Так, идем к боссу. Кто босс? Это Гасьон 2. Гасьон 2. Это какой-то, слушай, это видишь, версия уже побитая. Жизнью версия. Да, это зомби Гасьон. Гасьон недоволен, что он зомби, если честно. Битая жизнью версия. А, дайте помереть. Сильно недоволен, да. Мы, видимо, тоже его не упокоили. Да, конечно, не упокоили нам. Хотя, с другой стороны, мы его себе забрали. А, ну да, кстати. Он яичко отложил. Не получится. О, стоп. Что это? Слеза божества. Это вот нам, у нас было задание. Сейчас мы еще какие-то слезы божества будем собирать. Семена ты. Слезы божества. А что там дальше? Да. А, да. Блять. Суть та же. Три раза сюда ходить. Сука, ладно. Допустим. Ну, зато игра продолжается. Хоть уже немножко другой сюжет. И другие, кстати. Хорошо, что боссы другие немного. Немного, да. Ну, сейчас как бы уже суть боссов и поменялась. Гасьон 2 вернулся. А почему нам не дали Гасьона 2? Ну, потому что у нас есть Гасьон 1. У нас нет Гасьона, по-моему, сдох. Ну, это другой вопрос. Что ты хочешь? В лесах нашлось все, зачем вы меня отправили? Мне удалось найти 50 костей. Молодец, Фредди. Ну ты же не зря медведь. При чем тут медведь? Ты в лесах как раз и можешь находить. А, тебе не кажется, что это стереотипная предвзятость по отношению к медведям? Это дискриминация по признаку их расы и виду? Нет, не считаю. Давай, Вали, Фредди. Ах, прогуляюсь по лесу. Опа, да. Так. Слоник. Не-не-не-не-не. Яхтре.
Знаешь, у нас есть Фунтик, есть Мэнни, да, а это давай кто? Не слоника, а просто два облика поменяем. А, давай, ну... давай, давай, давай. Я а, кстати, при... нет, я знаю, кого крабик. Нам надо. Да, 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 нам нужен он. Давай крабика. Только цвета нормального. С желтыми лапками как-то посимпатичнее. Не, давай вот такого. Вот такого, да. Что-то по вариантам. Типа лоб, типа лобстер. Ха. Блин, вот второй или третий, я не знаю. Давай возьмем лобстера. Так и лобби, так его назови. Давай назовем лобби. Лобби. Все, иди сюда, крабик. Новый крабик. Так, ну брата менять не будем, брат остается как братом. Ну да, согласна. Ты, кстати, готовить умеешь, ну ты иди готовь. Иди готовь крабиков, крабик. Дать работу? Давай дадим работу. Так подожди, он не может готовить почему-то. У тебя что-то просто за это, за базу. Иди его сделаю землю. Херствуй. Так, брата Фибрион. Фибрион? Ну, хуй с ним будет Фибрион. Нет, это не брат, это какой-то Фибрион. Да нет, это брат, у нас же отметилось. Не-не-не, подожди, там Маджу какой-то был. А это тогда кто? Откуда я знаю, кто такой? Иди молись. Вот, брат, Маджу. Блять, а чё мы столько понабирали-то, откуда? Маджу, вот берем так, он брат все-таки. Иди освещай. Как много всего у тебя на локации. Здесь на самом деле надо потратить какую-нибудь серийку. Или вот может быть сейчас вот оставшиеся минут 14. Кстати, если... И поприбираться. Подожди, если тот чувак бессмертен. То чё? Тот, кто ждет. То чё? Сейчас. Где он? Вот он тот, кто ждет. Стой! А что ты хочешь от него? Теперь тебе не надо спать больше. Лох. Ты бессмертно будешь работать на меня днем и ночью. Днем и ночью. Это начинает походить на миниат, тебе не кажется? Ну, он сам запросился. Может, рано или поздно он дослужится до алой короны, так сказать. Может быть, на смертном одре разве что. На каком смертном одре, если он бессмертен? Ну... Твоем. Ну, разве что на моем. Ну, я даже не знаю, кстати, может, я тоже бессмертен из-за того, что у меня осялая корона. Да что за бардак ты тут устроил? Надо красиво все расставлять. Нихера себе. Хорошо, намолились. Молодцы, так, ребята. Так, а как с кухни-то? Я что-то не понял. А, ты должен поставить. Мне надо ставить сюда рецепты. То есть, получается, я их не готовлю. Мне просто надо сюда ставить вот так вот рецепты. И он, получается, будет готовить их сам подходить. Все, я понял. Ну, все, супер. Типа я задание кидаю. Что ж, у нас так, здесь целый драник? Лагерь, да? Драник где? Драник, драник. Ой, сука, что-то... А вот он слева. Ага, все, вижу. Слушай, проснись. Твой брат найден. У меня не было сомнений, что вы ко мне прислушаетесь, как истинное божество. Да, я знал это. Стой, подожди, ну тогда... А все, он спит. Ладно, пусть спит. Просьба выполнить. Так, что у нас тут-то? Зетсу, иди сюда. Я, говорит, не отказался бы от Рамана. И от фиолетового чувака. Что-то ему вот тут как-то фиолетовая корона нас смущает. Оу, я преисполнен любви. Сколько у тебя уровень такой? Ты, по-моему, мой один из самых старых последователей. 5, 6, 7, 8, 8. Узнать самые сокровенные мысли. 8, там 10 нужен. У меня один последователь 8 уровня. Я даже тут только сейчас могу открыть. Пиздец. То есть мне надо прям очень сильно сосредоточиться на том, чтобы... прокачивать. Хотя бы, да, последователя. Я, получается, только себя могу казнить там на воротах и все. А слушай, подожди. А, ну ладно, я никак сейчас не узнаю, у меня сейчас ритуал закрыт. А можно ли вернуть последователя, которого ты принес в ворота? Да хрен его знает. Или он все с концами исчезает? Сложный вопрос, если честно. 65-й день. Понимаешь, что ты весь этот трындец устроил за... чуть больше, чем за 2 месяца. А вот тут у нас пусто как-то, да? Ну как-то у тебя вообще, у тебя прям, смотри. Куда ты пошел? О. Они еще туда скидывают деньги. Ого. Каждую проповедь. Прикол.
Я ваш новый бог, красная корона, молитесь мне. Молитесь вишенкам там, по-моему, было. Вишенкам? Ну, молитесь вишенкам. В принципе, как вариант. Ритуальчики. Ритуальчики. О, казнь. Нравы. Обогащение. Давайте. А что, давайте? Ну, богатись. Чё, жалко денег, что ли, на мне? Все-таки нам надо процветать дальше. Во имя меня дайте мне денег. Нет, нам надо процветать, это все на процветание. А можно мне так же? Я просто говорю, что у нас ритуал на мое обогащение, и мне просто донатят деньги. Ну, они немножко расстроились, конечно. Ну, блядь, а кто не расстраивается, когда у него деньги заканчиваются? И... А вот нижняя, типа, еще одного ты можешь сделать помимо себя этим? Могу... Кто это, староста или что-то? Нет, по-моему, я не могу двух блестителей на АО делать. Что, успеет? Хорошо. Молодцы, ребятки. А вот там, кстати, кто-то хочет... Перри. Перри утконос. Перри еще и готовить пошел. Молодец какой. А? Прям вообще сегодня у меня стараются люди. Ой, все люди, звери. Так, все сюда. Ну, ты еще раз подбежал? А, он просто молиться пошел. Нормально. О. Молодец, молодец. Ты решил всосать по максимуму? Стой, тот, кто ждет. Тот, кто ждет. Ты, вот тебя надо прокачивать обязательно по уровню, потому что ты бессмертен же. А какой ты вообще, в принципе, уровень? Первый. Он как-то долго качается для первого уровня. Так почему долго-то? Ну, как совсем мало прокачался. Так немного времени это прошло. Кстати. Свидетель Алас... Аласос... Аласос, блядь, кто там? По-моему, за тобой бежит, если честно. Но у меня что-то все первого уровня, у меня вообще старых-то нет. У тебя пиздец тут, да. Вот и ты восьмого. Вот и я восьмого, да. А, потому что здесь не показаны те люди, которые это... Вот, здесь не показаны те люди, которые это... ушли в поход. Я не люблю драк. Или наоборот, хочу кого-то избить. Ни хрена! Сразу на душе полегчало, после того, как он сразу, в этом признался. Да, сразу нормально стало ему. А ты еще вот так сможешь делать, чтобы тебя уровень повысить хотя бы? Чудно. Ага. Больше веры, богу вер. Блин, какая-то тавтология получилась, если честно. Ну, кстати, ну неплохо так. Процветаем-то вообще шикарно. Ну, можно еще поставить. Надо что-то ставить такое, чтобы это. Чтобы. Во-первых, у меня есть предложение. Давай мы все-таки там, где у нас спальные места, сделаем какой-нибудь настил под это место. Что такое моль. О! Нет, не тут. Вот там, где все побежденные, над кем ты кого ты победил. Вот поставь ее там справа. Нет, там некрасиво, справа вот здесь, да. Все чудно. Вот здесь надо что-то исправить немножко. Да потому что здесь надо поровнее это все ставить. А здесь-то нормально все стоит. Я здесь настил тебе просто бы предложила сделать. Настил, да, надо бы сделать на самом деле. Красивый, красивый настил. Украшение типа. Настил такой есть, цветочный. Каменный. Лавовый. Лавовый настил. Кстати, вот, прикольно, наверное, спать на лавовом настиле. Мозаичный для веры надо. Да, это что-то золотой, туда. Но явно не деревянный. Наверное, сенной какой-то вот такой. Типа спать на сене? Ночью. А может, на лаве все-таки? Ну, как-то совсем... Блин, прикольно! И все, и покрываю вот всю эту площадь. Прикольно. Представляешь, как тепло? Ё-моё. Вот. Блин, вот знаешь, что это кайфово? Вот если он реально типа греет, как лавушка. Вот. Ты идешь, там горячие камушки у тебя под ногами. Всегда тепло, уютно. Ну, секс же сплошной, ну блин. У тебя еще где-то там посередине дырки. Ну, это все. Давай. Вот.
Вот и чудно. Нет ли здесь какого-нибудь заборчика? Вот еще у тебя пониже, правее, пониже у тебя дырка. Вот она, да. Вон справа еще дырка. Вот еще пониже справа. Да вот, не вижу вот, я ни хера. Ну справа, прям справа, а. Вот. Ну чё, видишь? Видишь, сразу как-то вот. Ну кайф же, ну. Ну согласись. Здесь еще нужно ставить, вот видите, у нас здесь есть лампы, значит, какие-то фонарики. Не, это, конечно, все понятно, что это все можно ставить, все это надо ставить, там вот эти, да, мозаичные весь настил. Да. Конечно, это все можно втыкать, мозаичные явно вот куда-то. Здесь у нас уже стоит, видишь, какой-то настил, вокруг этого настила накладываю мозаику. Немножко, конечно, не очень удобно, что они вот под каким-то углом могли уже сделать прямые квадратики, было бы понятнее. Ну, да. И выглядело бы это как-то поестественнее, что ли. Ну, круг демона надо цеплять. Которым ты ни разу так и не пользовался. А там потому что надо молодых сжигать. Вот. Неплохо же, ну. Ну, допустим. Ладно. Так. Чё, надо не это. Это понятно, что это все красота, это все надо будет сделать. Давай повышай эффективность, допустим. Сейчас надо сделать хранилище семян. Можно еще одно, кстати, поставить хранилище семян. Сюда вот откуда-то поставить. Надо более, потому что мы сейчас уже начнем это, помирать. В смысле, помирать зачем? Ну, не помирать, в смысле, надо оптимизировать здесь все место. Ну, оптимизируй. Нам все еще не хватает денег. Вот что нам не хватает. Мясо последовательно сразу сдаем. Рыбок сдаем. Крабика сдаем. Это сдаем. Ну вот, крабик не будет готовить крабик. Это грустно. Ну это грустно, но что делать? Рыбок сдаем. Ёперный театр. Сколько тебе денег? Доски это все оставляем. Камели немножко продадим. Грибы нельзя. Надо грибы выращивать. Так, турнеп, или что это, свеклу? Это свекла. Или свекла. Как правильно? Свекла, наверное. А возможно. Не надо. Да, надо вот сюда положить грибов. Надо, чтобы грибов не выращивать, а у меня скоро нечем будет промывать мозги. Начинайте выращивать грибы. Да. А так ты что хочешь, Зетсу? Зетсу, стой, ты что хочешь? Что ты хочешь? Давай, рассказывай. Пожалуйста, побалуйте нас чем-нибудь вкусным. Кулинарный шедевр, прекрасный выбор, на мой взгляд. Я так и подумал, что ты захочешь кулинарный шедевр. По-моему, он есть. Это, наверное, вот либо вот этот. Кулинарный шедевр! Иди, все для тебя. Иди ешь. Ты где? Зетсу. Иди ешь, пока за тебя не сожрали. Потухшая еда. Где он? Зетсу, ты где? Вот он. Ты что не идешь, ешь-то? Он а, три кулинарных шедевра. Три кулинарных шедевра? Господи боже. Фунтик сожрал кулинарный шедевр. Потому что их три надо, все. Побалуем. Идите. Ага, все сработало, надо к Зетсу идти. Где ты? Фунтик аж это... Ой, нифига себе. Собирает любовь. Их там прям еще бы, знаешь, я бы тоже за вкусненькую еду душу продала. Нифига, там аж переполнило их прям. Там даже тот, кто ждет, вон, там, смотри, переполнилось всех. От кулинарных шедевров. О, Зетсу решил поготовить. Ну, сразу кулинарный видно. Смотри, он сейчас ест кулинарный повар. Шедевр мангал и... Охренеть. Она прям прибавляет. Ну, и что ты мне скажешь? Благодарю, моя вера по сокрету. То есть, понимаешь, он даже не для себя попросил. Он даже попросил для других. Не выёбывайся. Насколько это на хороший здесь человек.
Вот это черепашка. Так. Не, вот это, да-да-да. Да-да, все, расписание ритуалов делаем. Чудно. И замечательно, прям вообще же процветаем. Отлично. Супер. А, видимо, все? Да. Сюда вот встанем, где... О, сразу высушим. Да, давай-давай. Что, вернулась? Ну, поход прошел очень удачно, мне удалось найти 65 костей. Молодец, замечательно. Я заебалась, как собака. Отдыхай. А ты что? А ты? В лесах нашел все, что зачем вы меня отправили? 7 костей, отлично, прям... Замечательно. Сегодня вы все постарались. Ух. Править надо сразу же. Драник. И за костями. И отправь его брата. Да, вместе с братом пойдешь. Маджул. Тоже иди за костями. Топайте. Все. Смотри, как они. Да-да-да. Пока-пока. Классно, телепорты такие классные. Неплохо. Опа. Ну что ж, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.